есть, возьми и держи нож. Я сказал, ты держишь нож, а моя задача его забрать, смотри, видно что? Значит, держи жестко. Если человек жестко держит, еще лучше. Смотри, видно, что он опора. То мы палку подставим, ну, в смысле, опора какая-то. А если пальчики я подставлю? Видно, то есть пока надо научиться забирать. Вот. Держи жестко. Ну, видишь, вообще, как легко. То есть ты всю работу за меня сделал. Смотри. Видишь, как? Конечно, если я как брать? Вот так возьму, обрежусь. Бывает и с этой стороны, и с этой. Давай, что? Видит? Ну, ладно. Ну, что? Легко. Легко. Вы сейчас подсаживаться начали, да? Да, я вам специально. На ногах. Помню, да. Сейчас вы больше амплитуду дали, да, до этого не наглядно. Делали. Я могу не подсаживаться. Вам надо подсаживаться. Да, я вам специально пока. Молодец. Опа. А можно ходить ногами, смотрите. Вот я вам тупой рычаг показывал. Вижу, вот. Я все равно его вырву. Вижу, грубовато. А здесь, смотрите, о! А я вот ногами, видишь, зайду, еще вот здесь проверну нож. Давай. Еще раз вытек. О, видишь, тут уже плохо. А если я его поменяю, видишь, куда он у меня, под каким углом, то он вот так, давай. Да. Он сейчас, вот так видно стоит. Вот возьми запор. Палец, возьми. Угу. Вот просто нет. Ну так, вот палец сделай. Вот так. Угу. И все, и держи. Все, не надо ничего делать. Вот, держи. Вот, видишь, я по. Да. А я куда поменял? Видно, да. Какой угол уже? Да. Практически там по 90 градусов. Тут опора была в палец, да, а да, сейчас да. Через пальцы. Да, смотри, по-разному. А я видно, двумя пальцами забирается, когда правильно. А я раз, видишь, обманул его, чем я забрал? Да. Парой сил. А я на рычаг, а я, видишь, тебе пару сил забрал. Да. Помните, мы применяли пару сил? Давай. Забирается. Вам ходить надо. Подошли шаг под шаг и опять. Представьте, что это удар рукой. Вот, ну, без ножа, просто кулак. Или вот удар ножом. Значит, что вам надо? Просто, ну, пока ты без рук. Оп, куда я захожу, как бы ухожу с линии атаки, да? Угу. Ну, все. Вот раз, я вот ногами забираю. Значит, чем забирается вот так? Стоишь ты, да? Можно, но я внутренне сделал. Вот, видишь, я вильнул, но это ничего не видно. А я смотрю, ногами я хожу, значит, забор идет ногами, не руками, руки это следствие, смотри. Ну и фиг с ним у меня, видишь, я забыл. То есть, ну, мне надо походить, давайте пока так, потом угроза, потом... Человек, смотрите, видно, можно как собирать. Да. Ну, естественно, если я здесь вот буду расхлебанность будет, то так, знаешь? Угу. Держи двумя руками. Вот, и вот и просто потрясли, видно? Да. Вот и держи нож. Видно? Угу. Видишь же, я чисто на нож работаю, я на него не работаю, видно? Угу. Я тебя не роняю. Угу. Сейчас я тебя уроню. Ты не ожидал, да? Да. Такой подлости. Вот видишь, а я здесь. Не ронял сейчас тебя, видишь? Ты-то приготовился, что я буду как бы трясти его, я не стал трясти или еще что-то делать. А здесь, опа, поросил, видишь, я тебя грузил. Твоя задача нож не отдать. Я не беру сейчас. О, видно, я на тебя работал или нет? Нет. Я работаю только на предмет. Ну, в данном случае предмет такой, нож. Угу. Вот. Опа. Все, я тебя даже не трогаю, согласен? Да. О! Видишь, где только нож набирать? Я тебя подгрузил, не стал ни рычаг делать, ничего. Вот слышишь, что? Че? Видишь? Да. Правильно? Да. Давай. Да. Подгрузил тебя? Пара сил была. Нож, смотрите, ребят, держите. Угу. Вот нож здесь. Я. Давай вот так несу. Нож. Вот я раз встал. Я начинаю. Видно, нож останется на месте. На месте, конечно, да. Немножко. Моменты такие. О, видишь, нож на месте в пространстве остается. Тут-то я могу перемещаться, все, что угодно делать. Но задача нож должен так в пространстве. Вот он, ты вот так держишь. Твои руки, вот он на месте. Угу. Нож на месте спрашивай. Ну вот. Видишь, я что делаю? Я один раз дал, мне хватает. Вам да. Что надо? Растрясти чуть. Да. Видишь, рука разжимается. Да. То есть вам надо вот, вот это вот. И у вас, когда вот это будет вот вибрация, у вас кисть начнет разжиматься. Видишь, я потише сделал. Да. Почувствовал? О. Тазом работает. Да, сейчас. Но мне не интересно долго, мне интересно короче. И стою.
А вам надо, можете ногами отходить. Ну, есть такая работа еще, там, это удар. Раз. А можно и назад вот сюда, понимаешь? И за счет того, что мы сейчас ногами забираем, да. Ты раз вот подойди. Оружие ногами забирается. Ты посмотри, потряс, отошел. Вот чувствуешь, что сжимается. Да, да. Вот смотри, медленно. Во, видишь, разжимается? Во, медленно показывает. Да. Ты так тряси и жди, пока разжиматься будет. Вам не надо быстро, это я так быстро показываю. Вот видишь, уже разжалось. Я трясу, трясу, он сам начинает выходить. Как бы выходить. Да, вот вам вот так вот надо для начала. Да? Понятно. Ну, конечно, мне проще уже так. Но это наработано. У вас так не получится, поэтому потрясите, ждите, 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 ждите. Пока выйдет. То есть я медленно тряс, да, пока он выйдет, да, и вот у вас будет чувство наработано. Понятно? Можно так. Что я сейчас сделал? Я дал быконик, я дал оперся, а теперь в другую сторону. Ты там, я как вот взял, оперся и пошел. Держи. А я оперся, видишь, ушел. Наверное. Тоже попробуйте. Блин, ну что ты, иди отсюда, сейчас зарежу. Вот. Эта тема проходит, когда жесткий человек, понимаете, когда он жестко держит. Когда он, может, человек у меня будет забирать, я сразу расслаблюсь, и я его переиграю. Так забирай, как умеешь. А я тебе лишь подрезал. Ого, да. Ну, видишь, где ты жесткий? Медленно забирай. А я тебе лишь кистью, ладно, подработал, все. Забирай. Ловишь, вот, ловишь, видишь. Потому что я мягкий, видно, я тебе буду пальцы отрезать. Поэтому, что надо, давай. Раз, а ты расслабься. Нет, ты же не расслабляешься, ты не расслабляешься. О, уже ты видишь, с этого движения, подожди, с этого движения ты мне можешь уже. Согласен? Да. О, ну я видишь, а я не дам, я жесткий сделаю, жесткую опору сделаю. Я не дам тебе кистью работать. Понимаешь? Вот. Потому что ты жесткий, я знаю, что ты держишь, ну, жестко. А вы просто такое себе спокойно, потряси. О, а короче, можешь более. Во, жди, 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 жди. О, молодец, видишь? Да? Нет, давай, нет, давай. Ты семи. О, видишь, как у меня здесь уже он болтался. Давай. И доставай его. Во. А ну ты дыры быстро сделай, попробуй быстро. Вот, видишь, как ты. Разверни на меня. А на меня разверни. Да. Можно так? Ой-ой-ой. Можно. Да. Может. А так можно забрать? Я тихонько бью. Да. Тоже можно забрать, да? Ты на камеру. Вот, да. А я вот стою, то есть опять я не беру вот это, что там у меня что-то сейчас резали, вот это в упор. Я просто, ну, учебная работа, как если подвернулся такой, допустим. А я отсюда ударю, видишь, то есть можно ударить? А? То есть оружие мы законно либо забираем, либо выбиваем. А по пульсу сразу ударить. Я тихонько не вружу ничего, я тебя даже не роняю. Отсюда раз ударил, вылетел, нет? Тоже. Как бить? Та же тема. Но медленно надо. Раз, смотрите, тема. Я начинаю бить. Как я? Давай. Смотрите. Раз. А я бью. Можно его под грудь? Ударил под грудь. На нож. Вот. Сейчас на нож и на него. А здесь ударил. Можно? Я тебе говорю, что... Я тоже говорю. Да. Для начала сильно не бейте, потому что здесь будет больно, ему, если вот видишь вот эти. Так можно, вот так можно. А учиться чуть-чуть быть. Можете пока ладошку? Влипнуть ладошку. Если так, да? Отсюда-то вот. Мы же не будем всегда так ходить с этими. Ну, вот я иду чуть-чуть. Ну, мужик стоять, типа, что-то. Я иду. Вот. А я отсюда уже рублю. Ты рублюешь, правильно? Нет? То есть короткое движение я маскирую, да? А если там как-то руки так, да, я тебя здесь ударю, понимаешь? Нечто среднее, да? Вот. А я тебя отсюда снизу, это самое, да, можно там, ну, как на пистолете, на колени падать. Вот, ну, у меня пальцы были. Он острый, реально. Острый, реально очень острый. Очень острый, нож. Очень остро. Видно, никаких вот люфтов здесь нет. Если я ослаблю, то меня завяжет. Может, да. О, видишь, все, я поклал, да? Да. А теперь смотри, ну что я вот сейчас могу? У меня не два, не полтора, то есть. Я могу отойти на мой правый, а здесь ударить. Я не отхожу, я внутрь. Раз,
Опа, видишь? А здесь пальчик есть. Хоп здесь. А здесь можно ударить? Можно. Или я здесь как-то опа ударил, а здесь двинуть. О, лучше карман. Хороший нож. Красиво. Это моя рука. О, а здесь. А, воткнул. Глаз. А тут это уже это мушки, что это не было. Ну ладно, давайте этот нож, а то обрежу поставлю. Погладить можете, нет? Магия. Магия, да. Альбирак, ты не можешь? А да. Ну, жестко. Видишь, ну я какие-то естественные движения. А тут я уже бы должен ну, был. Ну, это не показываю. Я чисто забор. Тогда вы будете чувствовать себя.